idea how many people were eager to help us. We'll remind the Longbows where they belong. I have to kill you. Наконец-то ты проснулся. Где мы? В самом безопасном месте в лагере, дружище. Это бордель? Ага. Вот так дела, и как же мы сюда попали-то, друзья? Кстати, приветствую вас, это очередная серия Ведьмака 2 Убийцы Королей, и серия у нас вышла вот такая вот, получилась интересная с самого начала. Внезапно. Так, еще как я сюда попал? Как я сюда попал? Я нашел тебя на поле. Ты там валялся без чувств. Мгла. Исчезла 3 дня назад. Обалдеть. Мы три дня спали? Ты уверен? Угу. За это время Руше уже съездил вглубь Каэдвена с какой-то таинственной миссией и вернулся. Ты сюда к шлюхам пришел? Ты шутишь? Верный товарищ еле жив, а я буду развлекаться. Хочу напомнить, что ты сейчас в борделе. Но по служебной надобности. А это не помните. Так, ну чё, типа ко мне память возвращается? То есть, как мы на картинках-то посмотрели в начале серии, то что мы вместе с Зеррит и Меганом и Лето шли вот на монстра. И Лето знал, куда идет дикая охота на юг. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. С друганами мы с ним были. Следующая глава поэмы «Геральт из Ривии». Я вспомнил, кто помог мне догнать дикую охоту. Кто? Лето. Убийца Фольтеста. Я спас его от смерти, а он знал, как искать дикую охоту. Но я не помню, спасли мы Йеннифер или нет. Что здесь произошло, пока я был без сознания? О, да много всего. Ты изгнал призрачную мглу, Хенсельд задержал наступление, а Детмольд рехнулся. Чё так? Почему Хенсельд задержал наступление? Дворяне-офицеры хотели получить какие-то гарантии того, что не будет договора с Нильфгаардом, и что они получат землю в долине Понтера. И Хенсельд согласился? Да где там? Взбесился, обозвал всех трусами, но с дворянами нельзя не считаться. 3 дня подряд торговались, в результате он убедил большую часть армии, что-то там кому-то пообещал, и двинулся на Верген. Опа, на Верген? Уже началась. Твою мать, это надо спешить, там же Золтан остался. В каком смысле дед Мальт рехнулся? Хенсельд прижал его за то, что тот не рассказал ему о заговоре. Потом еще добавил, потому что колдун не поймал главных заговорщиков. Из-за такого он мог с ума сойти. Дед Мальт мужик амбициозный. Теперь этот амбициозный мужик хватает всех по малейшему подозрению. Допрашивает, пытает и вешает уже 3 дня. Словом, делает то, что умеет лучше всего. Так, ну и кто руководит заговором? Известно, кто стоит за заговором. Кто предводитель? Арестовали Брикфельта, Кирима из Кайнгорна и Гуннара Блекенхеви со всей свитой. И никто ничего не знает. А я знаю, где найти главу заговора. Как это? Я всегда говорил, что бордель — это лучшее место под солнцем. Тут можно не только... Не тяни, Лютик. Я подслушал разговор с Вестушки Зоси.
пусть тебя не обманывает ее прозвище, это прекрасное... К делу. Но... Не знаю, с кем она разговаривала. Я не видел его лица, зато слышал, что он сказал. Шеф передаст указание. Сегодня в доме над обрывом. Лютик. Вот еще что. А? Твои памфлеты. Если Детмальт узнает... Ты прав. Нам надо уносить отсюда ноги. Тикай, хлопец. Тебе надо I'll be back. Ноги. И быстро. Я не оставлю тебя, Геральт. Нас ждут приключения. Ай-яй, петушара, блин. Будет о чем слагать баллады. Лютик, холера. Игры кончились, ты что, не понял? Если Детмальт до тебя доберется, ляг на дно где-нибудь подальше от долины Понтера. Ну ладно, я сделаю это только для тебя. Съезжу в Оксенфурт, передам привет общим знакомым. А когда весь этот скандал утихнет, я тебя найду. Кто бы сомневался. У нас еще остались неоконченные дела. Ты-то что будешь делать? Найду Шиалу и убийцу королей, верну себе память, но прежде всего узнаю, кто стоит за заговором. Есть у меня кое-какие подозрения. Ты думаешь, это Шиала? Уезжай, Лютик. И до встречи, старый друг. Да, для твоего же блага, парень, для твоего же блага. Так, ну что, нам теперь надо встретиться с заговорщиками в доме на холме и, собственно говоря, вот со своими старыми друганами, с Золтаном и Лютиком. Мы все уже во второй части не встретимся, навряд ли уже. И, наверное, увидим мы их только уже в третьей части в Дикой Охоте. Так. Значит, что у нас тут? У нас теперь доступны на самом-то деле ингредиенты для создания доспеха Драуга. Но нам еще надо кого-то найти, кто будет это все дело делать. Так. Так, я смотрю, здесь серебряный меч, ну-ка, 29-33. Так, зариканская сабля у нас есть. Так, 29-33 у нас-то вроде. Давайте посмотрим. А, ну у нас уже круче, все, отлично. Так, дом на холме. Угу. Ну, это уже место знакомое. Там мы маленьких сестер убивали. Так, а давайте посмотрим. Вот здесь вот, наверное, все заколочено, да? И на нас, наверное, нападут. Тут уже охрана стоит. Король выступил на Верген. Лагерь закрыт, никого впускать не велено. Печально, печально. Да прям напоминает мне, знаете, там, когда старый лагерь, это из Готики, когда его тоже закрыли и входить запретили. Так, а кто ж нам сможет-то смастерить броньку-то? Наверное, только в третьей главе. Так, а здесь что? Где? Куда синие полоски делись? Иди отсюда. Хватит тебе по лагерю шататься. Охренеть. Что-то как-то подозрительно. Лагерь синих полосок пуст. Ой, чую, не к добру. Это явно не к добру. Ну ладно, нам все-таки надо идти в этот домик на холме. И увидеть этих самых заговорщиков. Хотя, знаете, я на самом деле сейчас не удивлюсь, если увижу знакомых лиц. Ну да. Здесь мы уже были. Знакомое место. Нужно избавиться от проклятого колдуна. Любой ценой. Кто же тут? 3 года назад ты обещал... Ничего не изменилось. Изменилось только то, что Фольтест и Димовент мертвы. Кто-то хотел убить единорога. Атмосфера, сука, напряженная. А Детмальт силен как никогда. А самое главное, тебе нечего нам предложить. Королевская казна Тимерии для тебя закрыта. Господа, вы, очевидно, забываете, что случится, если король узнает о нашем сотрудничестве.
Не пугай нас, Роше. И не забывай, что ты разговариваешь с дворянами. 3 дня я ездил по окрестным городкам и деревням. Собирал сведения о Кейдвене. Был у старых знакомых. Я изучал настроение и узнавал вести. Народ Кейдвена ненавидит Детмальда и его подручных. Все только и ждут, чтобы кто-нибудь свернул ему башку. Кто-то идет. К оружию! Спокойно. А лидер это Роше, оказывается. Он здесь делает. Попробую угадать. Пришел в себя и пришел к нам в гости. Нет, мы так не договаривались. Откуда он знает о нашей встрече? Мне это тоже интересно. Геральт? Неважно. У меня есть свои способы получать информацию. Важно. Если знаешь ты, могут знать и другие. Я подслушал, как Зоська-Свистушка разговаривала с одним из этих господ. Как ты смеешь, выродок! У меня есть жена! Серуша, это конец. Мы возвращаемся к войскам и будем в этой битве с нашим королем. Все договоры расторгнуты, заговора больше не существует. Предатели, а? Идемте, господа. Не получилось. У Роше ни хрена. И походу сейчас твоим синим полоскам настанет звездец, как я понял. Так, ну а теперь у меня к тебе уже вопросы есть. Как случилось, что ты возглавляешь заговор в Кейдвенском лагере? У, это долгая история. План мы разработали с Вольтестом 3 года назад, вскоре после того, как Хенцель сжег Сабрину на костре и взял Детмальта в советники. Среди солдат и дворян после кампании в Эйдирне настроения были не самые радужные. Мы воспользовались ситуацией, я подкупил их. Направил эмоции в нужное русло, а они собирали для меня кое-какие сведения. И чего вы добивались? Мы хотели не допустить союза Кейдвена с нильфами, ограничить влияние Детмальда на Хенцельта. Ну и как? Никак, наверное, да? Ты уезжал на 3 дня. Ты уже был в лагере? Знаешь, что там происходит? Еще не был, но слышал новости от этих... предателей. Кого арестовали? Лютик упоминал Брикфельда, Керима из Каингорна и... Нехорошо. Керим был в заговоре с самого начала, он знает меня. Может, его еще не успели допросить? Сейчас. В лагерь. Надо предупредить Бьянку и остальных. Наивный еще конский юноша, ты думаешь... У нас нет времени. Ты думаешь, вы успеете? Ну-ну, давай посмотрим, что там сейчас происходит. Знаешь, я думаю, тут, как сказал бы Паук Троицкий, там сейчас происходит чат кутежа, угары, садомии и все прочее. Ну, сейчас увидим. Так, давайте переступень возьмем. На 3 дня покинул своих. Ну, сейчас за это ты и расплатишься. Так, выход здесь, насколько я знаю. Твою мать, не тупи, я тебя прошу, не тупи. Так, ну чё, мы уже подходим к лагерю. А, вот и ты, наконец-то. О, блин. Внезапно, не ожидал я такого. Нихера себе, блин. Так какие-то толстошкуры, ребятки. Варнава какой-то. Так, ну, знаете, если нас так встречают, то, наверное, судя по всему, ничего хорошего в самом лагере также не будет. Если на Роше уже сразу напали, то, значит, Хенцельт уже обо всем узнал. Куда все подевались? Их позвали на пир. Откуда ты знаешь? Я видела, как прибыл посланец от Детмальда. Пора петь Райна из Костомары. Кажется, Детмальд поймал главаря какого-то заговора, и по этому поводу... Чтоб его сифилис. Где этот пир? В лагерной столовой. Но сейчас там пусто. Все ушли на Верген. Бегом. Да, я боюсь, что... Сейчас ты будешь очень недоволен увиденным. И можно прям уже петь. And who are you in proud Lord said? Ну, сейчас Роше будет свидетелем личным, как...
как все его полоски пошли под откос. Ну, я не буду спойлерить предварительно, сейчас все сами увидим. Я жалею только об одном, то что мне броньку-то никто не сделает сейчас здесь уже. А, вот и ты, наконец-то. Я всех перебью, я заставлю их страдать. Они будут умирать долго и мучить. Смотри, там не Ниндарвис. Твою мать. Да, а теперь моя очередь, сучка. Блин, типа Сталибарды, что тип опасный. Но ничего. Квен нас спасет, Квен нам поможет. Так, ну придется всех в лагере перебить. Что ж поделать-то? На, силовые удары, это жесть. Кстати, хорошо, что я прокачал умение все-таки, чтобы урон всем подряд шел, а не только одному, очень сильно помогает. Так, ну давайте. Давайте картечью вас смогу здесь. Так, Вернон, давай, помогай. А, кинжальчики пускаешь? Ну молодец, тоже неплохо. Так, кстати, насчет кинжальчиков. Я лучше, наверное, их поставлю сейчас. Так, крепкий сбалансированный меч. Так, и вот их. Ладно, бежим. Я даже сейчас боюсь представить, что мы сейчас здесь увидим. Все повешенные, вздернутые. И своих, кстати, вздернули, чужих. Твою... Перебью ублюдков. Всех до единого. Да. Жестоко. Бьянка, ты в порядке? Да. Что тут произошло? Детмальд позвал всех на пир. Сказал, что король благодарен нам за помощь в раскрытии заговора, что припас для нас печеного поросенка и две бочки вина. Он сказал, что Вернон вернулся с особого задания в Каэдвене и что король собирается его наградить. Сказал, что я должна при этом присутствовать. Ребята пошли пировать, а я в королевский шатер. Вернона у короля не было. Детмальд скакал, как обезьяна, и кричал, что всех повесят, и это будет кара за Флодзом и за заговор. Что они с тобой сделали? Я их умоляла, на коленях ползала. А они... Они посмеялись надо мной и отпустили. Ваше Величество, прошу вас, отмените приказ. Это простые солдаты. Они выполняли приказы и не заслуживают смерти. Прошу, государь, будь милосердным. Это люди чести, они заслужили лучшей судьбы. А где была ваша честь, когда... Детмальд, оставь нас. Ваше Величество? Что шлюха может знать о чести? Ты маленькая глупая сучка, и я буду относиться к тебе соответственно. Если ты хочешь увидеть кого-нибудь из них живым, будь послушной. Не ходите туда, прошу вас. Роше, Детмальд только и ждет, чтобы ты начал мстить. Скоро дождется. Ты что, не понимаешь? Ребят повесили, чтобы тебя спровоцировать. Тебя здесь не было, а они шли на битву. Они не знали, когда ты вернешься. Вам нельзя туда идти. Мы не пойдем. Пойдем. И убьем каждого кейдвенца, который встанет. Это ловушка, it's a trap. Это самоубийство. Насрать. Все, что я любил, умерло в этом шатре. Моя страна распадается на части. Моих друзей убили. Я хочу крови. Я тоже. Ты не представляешь, как я хочу крови.
Я до сих пор чувствую смрад этой туши. Но я выдержу, потому что иначе они победят. Если ты бросишься в одиночку на целую армию, ты умрешь. Не вводи войска! Ты. Бьянка права. Остынь, Роше. Что вы предлагаете? Мы попробуем добраться до Вергена через ущелье. Я знаю тайный ход в город. Мы воспользуемся суматохой. Найдем Шиалу и достанем убийцу короля. А при случае убьем столько кайдвенцев, сколько получится. Конечно. Бьянка, ты справишься? Бьянка останется. Я не хочу больше ею рисковать. Кроме того, кто-то должен добраться до Персифаля и отвезти корабль в безопасное место, откуда мы сможем уплыть. На корабле остались двое вахтенных. Мы будем ждать вас в затоне реки за лагерем. Ну, такие вот такие дела. Нам придется идти ущельями. Суки, суки, суки. Бьянка лжет. Что? Я за нее головой ручаюсь. Я не верю, что она сумела сбежать от Детмальда. На что ты намекаешь? Ни на что. Сначала я убью Хенсельта, а потом Детмальда. А может, наоборот? Как ты посоветуешь? Я посоветую тебе заткнуться и смотреть на дорогу. О приятном будешь думать потом. Ну, а перед этим я еще прокачаюсь. Так, пошла прокачка. Так, вроде так, неплохо. Далее. Так, в бессмертного лучше нам качнуться тогда. Так, здоровье 50, снижение урона. Так, чувство боя. Позволяет наносить добивающие удары, когда заполнена шкала адреналина. Вызывает всплеск адреналина при ударах мечей. Так, вот я думаю, до чувства боя нам надо сейчас по-быстрому докачаться. Хотя, блин, контролировать удары противника это тоже неплохо, по сути-то своей, да? Но мы и так уже тут дохрена чего накачали. Так, утонченность, внезапная смерть, точечный удар, шанс критического эффекта, потери крови 10%. Ну давайте утонченность. Напрямую. Докачаем до бессмертного. Нам надо... Я хочу все-таки до вихря боя дойти. Так, ну что, теперь нам надо добраться до Вергена там несколькими путями, либо вот сюда, да, либо вот сюда. Короче, путь нам предстоит очень такой извилистый. Так, плюс ко всему, надо еще как-то на корабль попасть. Чтобы... Еще выполнить здесь, в этой главе, задание «Доспехи вранов» найти. Блин, одни повешенные, я в шоке. В общем, такая действительно гнетучая атмосфера. Дождь, смертельный дождь. И все в этом духе. И погода не к черту. И настроение тоже. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, ну что, по какому пути мы с вами пойдем? Так, я думаю, надо обсмотреть каждый из них, а потом я посмотрю конкретнее. Так, ну что, в принципе, сейчас я подожду своего другана Роше. И, в принципе, я думаю, для этой серии достаточно. Мы уже достаточно увидели. И встретимся с вами уже непосредственно на штурме Вергена, друзья мои. Что же, с вами был Тямыч, всем спасибо за просмотр, и пока, до скорых встреч, увидимся уже довольно-таки скоро, и уже очень скоро будет третья глава, она же последняя. Всем пока!